Друзья, доброе утро! Вас приветствует World Class Санкт-Петербург. Я Екатерина Ковпак. Тренировка у нас сейчас с вами получасовая, stretch and go. На этой тренировке мы будем растягиваться, расслаблять наше тело. Тренировка не требует никакой специальной подготовки, поэтому на эту тренировку может прийти, посетить, позаниматься каждая. Вы проверьте, пожалуйста, только одно. Спортивная форма удобная, коврик, полотенце, если нужно, и вода. Полчаса уделите внимание только себе. Приглашаю вас на класс. Пойдемте на коврик. Начнем с вами сразу. Вытяжение за макушкой вверх. Спокойно дышим. Длинный вдох. Настройтесь на ваше спокойное дыхание. Длинный выдох через рот или через нос. Как привыкли. Продолжайте тянуться вверх. Расслабляйте плечи в нижней точке при опускании рук. Выдох. Мягко несколько кругов в плечевых суставах. Сделайте медленно, спокойный темп. Вдох-выдох. Поставьте стопы слегка шире. Неглубокий наклон в одну в другую сторону со смещением наших бедер. С выдохом. Почувствуйте ваш позвоночник. Почувствуйте межреберные мышцы. Боковые мышцы туловища. С выдохом. Очень-очень мягкое, аккуратное движение. Вдох и с выдохом. По разу в каждую сторону. Да, у нас будут более сложные опции. Кто давно занимается, вы можете сделать их со мной и более легкие. Давайте еще раз заключительный. За левой рукой с выдохом. Отлично. И двигаемся вниз, стопы еще пошире. Опускаемся вниз. И мягко выполняем волну наверх. Движение очень аккуратное, плавное. Мы стараемся прочувствовать наш грудной и поясничный отдел с выдохом, округляя их во фронтальной плоскости. Раскрыть грудь. И мягко-мягко с выдохом вверх потянуться. Раскрыть грудь на вдохе. И мягко-мягко с выдохом вверх вытянуться. Отлично, достаточно. Потянитесь за правой, обнимите себя левой ладонью за талию, сделайте более глубокий наклон, раскройтесь, прижмите правую пятку к полу, толкните бедра ягодицы в правую сторону, взгляд вниз приведите и вытянитесь максимально до ощущения растяжения всего нашего правого бока. Дышите глубоко, спокойно. Если кисть устала, плечо вы можете расслабить. Снова потянуться. Отлично. Поменяйте, сделайте вдох. Оставьте живот в легком напряжении. Толкните бедра в левую сторону. Обнимите себя правой ладонью за талию. Ну, расслабьте плечи. И очень мягко, направив ребра вверх, сместив вес влево, мы раскрываемся. С выдохом. И здесь свободно дышим. Почувствуйте хорошее растяжение по всему левому боку, друзья. Оставляйте живот в тонусе. Это важно. Дышите. Здорово. Мягко вырастаем наверх на вдохе и опускаемся на коврик. Разогните левую. Согните правую в коленном суставе. Стопу приблизьте к внутренней части бедра, расправьте ягодицы. Если нужно, согните в колени. Сейчас мы с вами выполняем наклон снова за правой рукой. Если некомфортно, вы можете разогнуть правую. И пробуем оттолкнуться нашим предплечьем, потянуть мягко носок на себя и вытянуться к нашему противоположному носку правой рукой. Раскрыть ребра, почувствуйте растяжение от поясницы. Хорошее растяжение, ощутимое достаточно. Задержитесь, дышите.
Локоть держите над ухом. Вдох, выдох. Постарайтесь не напрягать лишний раз наше тело. Если хотите амплитуду сделать немного побольше, толкнитесь сильнее предплечьем и пробуйте сильнее опуститься вниз. Каждую позицию мы задерживаем до минутки. В статике. Также некоторые упражнения у нас будут в динамике, то есть в движении. Вырастаем плавно на вдохе вверх. Сгибаем в коленном суставе левую. Правой ладонью беремся за внешний свод стопы. Левую ладонь ставим на пол. Прижмите две ягодицы к полу и потяните левую на себя в диагональ. Раскройте грудь, почувствуйте от ягодицы растяжение к нашей голени, к стопе. Грудной клеткой мы вытягиваемся вдоль нашего бедра. Плечи толкаем вниз. Разгибайте, но в колени не блокируйте нашу левую ногу. Грудной клеткой продолжайте тянуться вверх, дышите. Наслаждайтесь музыкой, наслаждайтесь движением. Еще несколько вдохов, выдохов. Проверьте наши плечи достаточно ровно по отношению к полу. Если нога ваша не выпрямляется, оставьте согнутой или возьмитесь за голени, внутри или снаружи, ничего страшного, пока не хватает гибкости. Мы поменяем, расслабьте, согните левую, оставьте согнутой, если нужно, боковой наклон, носок на себя, с выдохом. Выберите свою амплитуду, друзья, и если даже амплитуда будет вот такая небольшая, напрягайте плечи здесь. Чувствуйте от поясницы вытяжение. Прижимайте ягодицу левую. Или постарайтесь со мной немного ниже опуститься. Оттолкнуться, раскрыться, вытянуться. Сделать захват – это самая сложная опция. Чувствовать весь наш левый бок от поясницы. Возможно, тазобедренный сустав левой ноги. Дышите. Несколько секунд, друзья. Все вопросы вы можете задавать под видео. Я с удовольствием отвечу на них. В Ютубе пока нет. Чуть-чуть попозже. В Инстаграм на страничке World Class Clubs. В видеоформате ищите наш урок. Потяните на себя аккуратно правую. Возьмитесь левую за стопу снаружи. Оттолкнитесь, прижмите правую ягодицу к полу. И если нога не выпрямляется, да, ничего страшного, это вопрос у нас такой был. Оставьте слегка согнутой. Чувствуете, от ягодицы, от поясницы, вот сюда у нас растяжение идет с вами. В Санкт-Петербурге у нас сегодня минус 17, минус 18. Вопрос у нас тоже был такой интересный про погоду. Спасибо за вопрос. Грудной клеткой тянитесь выше, можно здесь взяться, да, если совсем тяжело. Вытянуться, раскрыться грудью вдоль нашего бедра вправо. Холодно. Правда холодно. Очень холодно. Ну, нам здесь тепло с вами. Это здорово. Несколько секунд. Тянитесь, тянитесь вверх, прижимайте правые ягодицы. Молодцы. Сейчас снова сгибаем мы правую с вами. Левую уводим назад. И немного приподнимаем правую ягодицу. Переднюю часть бедра левой ноги направляем в пол и пробуем сделать захват. Вот такой вариант подойдет тем, кто занимается давно, да, кто чувствует свое тело. Кто недавно, вы можете оставить прямую и бедро направить в пол. И остаться на предплечьях или на ладонях. Останьтесь в этой позиции. Наша задача вытянуть переднюю часть бедра, немного раскрыть тазобедренное. Можно попробовать сразу сделать захват или перевести колено слегка вперед и подтянуть пятку к ягодице. Захват таким образом сделать. И постепенно двигать назад.
Ага, или вот здесь со мной внизу. Четырехглавую мышцу бедра растягиваем, друзья. Расслабляем вверх. Расслабляем шею. Хорошо, глубоко дышим. Релакс. Наслаждайтесь музыкой. I say, my darling, you were wonderful tonight. Отлично. Выходим из этой позиции. Не спешите менять ногу. Сейчас поставьте стопы, колени на ширине бедер. Вытянитесь макушкой вверх. Плечи толкните вниз. И очень аккуратно скрутитесь направо. Левое предплечье переведите вниз. Плечи фиксируйте в одной плоскости. Мягко-мягко, так, чтобы наша спина была ровная с вами. Плечи вниз, грудь выше. Почувствуйте себе работу вашего грудного отдела. Ноги расслабьте. Дышите спокойно. Вес на две ягодицы равномерно распределите. И мягко докручивайтесь предплечье, да, своим отталкиваясь. Мягко-мягко. По ощущению, насколько. Можно совсем немножко, но как стержень. Мы стараемся вытянуться вверх все время. Дышите здесь так же свободно и легко. Колени направляйте больше вверх, да не сводите. Несколько секунд, друзья. Голову не обязательно назад разворачивать, можно повернуть в сторону скручивания, можно направить вперед перед собой, как комфортно. Аккуратно с выдохом раскручиваемся, меняем ногу. Левую согните, правую назад уведите, приподнимите левую ягодицу и направьте переднюю часть бедра к полу больше. Попробуйте закрыть свое бедро. Если получилось сделать захват, отлично, останьтесь здесь, неважно, где ваша ладонь будет. Внутри, у стопы или снаружи. Или попробуйте привести колено слегка вперед и сделать вот таким образом захват. Самый простой вариант. Самый простой и легкий вот здесь. Просто закрыть свое бедро. Почувствуйте бедро и приводящее тазобедренное. Кто сделал захват четырехглавое? Пробуйте опуститься вниз. Расслабьте шею. Дышите свободно и пробуйте с каждым выдохом отпускать все напряжение в теле. Да, в некоторых упражнениях это непросто, но возможно. Замечательно, несколько секунд. Отпускаем захват, садимся на две ягодицы. Можно не расправлять, сядьте устойчиво, комфортно. Вытянитесь макушкой вверх, так, чтобы линия копчик, макушка оставалась ровной, прямой. И скрутитесь налево. Нашим правым предплечьем мы стараемся оттолкнуться, но не приводить колено внутрь. Колено направляете левой вверх, плечи толкайте вниз, грудным отделом вверх. Раскрутитесь, помогите себе той рукой, которая у вас сзади, левой, да, оттолкнуться, немножко помочь правым предплечьем. Спасибо вам за комментарии. Наслаждаемся вместе тренировкой. Дышим. Скрутитесь настолько, насколько вам комфортно, втягивая мягко живот. Чувствуйте грудной отдел, как у нас с вами работает подвижность грудного. И взгляд можно развернуть назад или оставить перед собой, как комфортно, друзья. Правое плечо ниже, пару секунд. Тянитесь, тянитесь выше, 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 выше.
пожалуйста. Я рада, что мы нашли ваш темп. На комментарии, да, отвечаю по темпу. My body, body была тренировка интенсивная, видимо, для вас. А вот стрейч как раз то, что нужно. Раскручиваемся аккуратно. Да, совмещать тренировки замечательно, только в порядке my body, stretch, stretch and go. Сейчас мы разворачиваемся с вами лицом к камере. Колени поставим немного пошире, поза лягушки широкая достаточно. Стопы поставьте к центру или от центра широко. Насколько широко, определите сами. Самый ваш максимум, когда колено и пятка в одной плоскости, внутренний свод стоп касается пола. Благодарю за комментарий. Ягодицами слегка назад и опускайтесь на предплечье. В этой позиции мы раскрываем наши тазобедренные, втягивая живот мягко. Контролируем положение нашей поясницы. Наша поясница с вами остается нейтральной, так, чтобы мышцы разгибателя позвоночника также расслабились. Мышцы шеи расслабляйте. И вот здесь вот ягодицами слегка потянитесь назад. В этой позиции не зажимайте плечи. Плечи у нас ходят вниз от ушей. Здесь, если хочется, немножко можно поработать шейным отделом. Любые комфортные, медленные и мягкие движения. Или остаться в статике. Выберите сами. Акцент у нас идет на расслабление внутренней части. Дышим. Полминутки еще подержим здесь. Мягко-мягко ягодицы назад толкайте. Дышите. Нам осталось работать 12 минут всего, представляете? Всего 12. Да, время летит очень быстро. Дышим. Отпускаю все напряжение, все заботы оставляем за бортом. Только вы коврик и дыхание. Супер. Взгляд вперед на меня. Ладони в пол. Аккуратно. Подтягиваем колени к центру. Развернитесь сейчас в любую сторону, как вам комфортно. Я немного развернусь в диагональ, чтобы вы меня видели. Ближняя рука ко мне двигается вперед, 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 максимально вперед. И мы вытягиваемся ягодицами назад и вниз. Постараемся почувствовать всю нашу правую, да, если вы ближние сейчас правым боком ко мне, всю нашу правую половину, там, где у нас широчайшая мышца спины, там, где у нас лопатка, подмышка. Ослабляем шею, лоб можно опустить на полотенчика. Тянитесь сильнее, если недостаточно растяжения, еще сильнее ладонь вперед. Кисть, локоть и плечо. Пока оставляем в одной плоскости. А теперь мы вашу руку утягиваем, вытягиваем в диагональ. В диагональ, так, чтобы ваша правая рука, если вы работаете правой рукой, ушла в левую диагональ. И продолжаем грудной клеткой опускаться вниз. Продолжайте чувствовать мышцы спины, широчайшую подмышку вашу. Раскрываю грудной отдел. Расслабляйте шею. Не забудьте про свое полотенце. Лоб на полотенце. И отпускаю все напряжение. Остаемся еще несколько секунд здесь. Второй ладонью не толкайтесь от пола. Вторую руку можно опустить на предплечье. Полностью расслабиться. И поменяйте руку. Другая рука. Если была правая со мной, теперь левая, мы выводим ее четко вперед, так, чтобы кисть, локоть, плечо совпадали в одной плоскости. Тянемся вперед и толкаем ягодицы назад. Стараемся вытянуть нашу линию руки и спины. Выдох. Останьтесь в этой позиции. Тянитесь сильнее. Чувствуйте снова растяжение по вашему боку в области лопатки, подмышки. Грудного отдела. Вторую руку не напрягайте. Ее расслабьте. Спокойно дышите.
теперь переводим ее в диагональ, в противоположную. Доброго дня вам также. Спасибо за ваш комментарий. И ягодицами тянемся сильно-сильно назад, а за рукой сильно и мягко вперед. Лоб вниз. Расслабляем себя. Расслабляем по максимуму. Замечательно, друзья, отлично. Сядьте на коврик, поставьте ноги широко, но комфортно. Расправьте ягодицы, сядьте на седалищные кости и проверьте наши ноги в коленных суставах, слегка согнутые или прямые, если позволяет гибкость. Грудным отделом мы тянемся к правому бедру и левой рукой словно скользим по полу вдоль нашего бедра, голени. Пробуем сделать захват за внутреннюю часть или оставить ладонь на полу. С выдохом расслабьтесь. Если сделали захват со мной, сложный вариант, мы группируемся. Нам не обязательно ставить ноги широко. Можете подтянуть левую немного ближе. Сгруппироваться, почувствуйте мышцы спины и задние, и внутренняя поверхность ног у нас растягивается в этой позиции. Округлите спину. Потянитесь лбом аккуратно к вашему колену или голени, а у кого хватает гибкости, даже к полу, слегка подтягивая живот. Прижимайте две ягодицы к полу, особенно левую. Успокойте дыхание еще больше. Растекитесь по своему бедру. Пару секунд. Как ваши дела? Я надеюсь, что все нормально. Продолжайте расслабляться. Мягко поднимитесь на вдохе. Не спешите. И сделайте обратное движение. Стоп уже. Ладони назад. Сведите лопатки. Напрягите заднюю поверхность тела, начиная с лопаток и мышц спины снизу. Как бы собираем себя, да, после растяжения. Плечи толкаем вниз. Плечи от ушей, груди вперед. Посидите в этой позиции. Если нужно, согрейте в коленях чуть-чуть ноги. Направляйте пальцы либо вперед, либо в сторону, как комфортно вашим рукам. Толкайте переднюю часть плеч назад сильнее. На вдохе раскрываетесь. Супер. Поменяем левое. Согнуть легкие. Разогните сложные. Вес равномерно две ягодицы. Скользим к своему левому бедру. И пробуем сделать захват. Противоположная ладонь, стопа. Или свободно опустить вниз и сделать группировку. Округлите спину. Прижмите правую ягодицу к полу. И каждое движение мы делаем по ощущению. Ощущения у всех разные. Самое важное, мы должны чувствовать растяжение. Растяжение должно быть не болевого, резкого характера, да? Смотри, какую цель мы преследуем. Если расслабиться, достаточно просто чувствовать легкое растяжение. Пробуйте сгруппироваться и потянуться лбом даже к полу, если позволяет гибкость. Десять-пятнадцать секунд, друзья. Длинный выдох, который позволяет нам расслабить наши мышцы. Ловите ощущения с выдохом. Мягко раскручиваемся. Плавно.
Замечательно. Стопы вместе, колени врозь, руки за спиной. И снова я сяду к вам боком, чтобы мы видели положение моей спины. Мы слегка раскроем наши бедра, но напряжем всю заднюю поверхность тела снова после наклона. Сведем лопатки. Кто готов со мной сделать силовой вариант? Чуть-чуть поднимите ягодицы вверх. Плечи толкните вниз. Раскройте наши бедра. И сделайте длинный вдох. Дышите здесь. Чувствуйте грудной отдел, наши плечи, мышцы живота, связки внутри, паховые мышцы, тазобедренные суставы. Опускаемся плавно вниз. Развернитесь лицом к коврику, ладони ставьте под плечи. Стряхните, если нужно. И очень мягко и плавно выполняем кошку в динамике. Толкнитесь. На вдохе раскройтесь. Вы можете делать со мной под музыку. Округляем грудной отдел, поясничное, живот подтягиваем. И на вдохе возвращаемся. Но если темп быстрый, вы можете сделать в 3 раза медленнее. Плечи толкайте от ушей вниз. Спасибо вам за комментарии огромное. Мягко-мягко округляя грудной отдел, поясничный. А здесь можно прогнуться чуть больше, только если чувствуете, что нет дискомфорта в пояснице. И принимаем позицию ребенка. Колени ставьте пошире немного. Кисти расслабьте, руками тянитесь вперед. Наша задача — ягодицы как можно ближе усадить к пяткам. И здесь буквально 20-30 секунд повытягиваетесь. Вытягиваем всю спину нашу от поясницы. Лбом ныряем в пол. Используйте свое полотенце, если нужно. Лоб вниз. И просто отдохните в этой позиции. Вы можете даже оставить руки вдоль тела, если вам так комфортно. Да, выберите сами. Дышите спокойно. Успокаивайте свое тело или, наоборот, настраивайте на прекрасный, супер отличный день, позитивный. Переводим вес вперед слегка, ладони ставим под плечевые суставы, подворачиваем носки на себя и аккуратно либо стопами, либо ладонями идем к центру. Плавно, мягко. Стопы оставьте на ширине бедер. Согните в коленях и, втягивая живот, рулап. Раскрутитесь, не спешите. Очень-очень аккуратно раскрутитесь наверх. На вдохе сожмите ягодицы. Раскройтесь. Соберите руки в замок, тянитесь вверх. Без лишнего прогиба в поясничном отделе выберите самостоятельно, насколько раскрыться. Есть выдох. Встаньте лицом ко мне. Стопы поставьте на ширину плеч. Кисти, плечи расслабьте. И мы выполняем только круговые движения. Мягкий полукруг. Расслабляя наш шейный отдел. Движения сделайте медленные. Настолько, насколько вам комфортно. Если начинает кружиться голова, останьтесь в статике. Сделайте обычный наклон. Подбородок грудной клетки подтяните. Вдох. Выдох. Расслабляй шею. Вдох. Выдох. Наклон головы вниз. Пауза. Взгляд вперед. Еще раз вытянитесь за руками вверх. Я встану к вам боком, чтобы вы видели положение моей спины. Сожмите ягодицы. Если хватает плечевых суставов, подвижности наших рук, руки уведите назад, раскройтесь, сожмите ягодицы сильнее. Сделайте длинный вдох. Вытянитесь. Выдох. Расслабьтесь. Еще раз также вдох.
вытянитесь, раскройтесь настолько, насколько дает подвижность плечевых суставов, поясницы, вверх и назад, или только вверх. Выдох. Круг плечами. Друзья, с вами была Екатерина Кафак, клуб World Class на Сенной. Мы транслировали сегодня тренировку из Санкт-Петербурга. Я всем желаю прекрасного дня. До новых встреч. Пока. До встречи. Leave tonight, I'll live and die this way. Leave tonight, I'll live and die this way. Leave tonight, I'll live and die this way.